этот телефон тебе тогда. У меня. Так, прямой эфир. Угу. Девочки, у нас прервался эфир, потому что очень много снимали мы. Мы уже практически заканчиваем. Практически заканчиваем нашу супер-мега-крутую операцию. Напоминаю, что у нас была блефаропластика повторная с бропексией. Сейчас открывается глаз. Это за счет инфильтрации. Глаз будет закрыт. Можно будет не переживать. На инфильтрации очень много раствора сейчас. Поэтому бропексию сделали для того, чтобы не было опущения хвостика брови и для того, чтобы был незначительный лифтинг плюс профилактика будущего птоза брови. Это очень важно. Лене можно было сделать эндоскопический лифтинг брови, но это под наркозом, поэтому мы ограничились иссечением, грубо говоря, предыдущего рубца с небольшой миотомией. Как самочувствие, Лен? Нормально. С небольшой миотомией и бропексией. Необходимо ограничение физической нагрузки, поэтому следите, пожалуйста, чтобы Лена завтра не бежала в тренажерный зал. Завтра не побежала. Нам это не надо. В течение 2 недель ограничиваем для того, чтобы не было кровоизлияния, гематомы. Как вам понравилось то, что мы показывали? Кто смотрел? Если понравилось, поставьте пальчик вверх. Интересно, насколько это... Сколько времени для заживления, спрашивают. А вы смотрите Елену, и каждый день она же в эфире будет. Все увидите, сколько лет, сколько она заживает. А я думаю, что в течение недели мы договорились до 30-го, чтобы Лена уже была нормальным. Нормальная, красивая, без синячков, без отеков. Ну, у нее тургор хороший, я думаю, что неделя это... максимум. Не переживайте по поводу глазика, он закроется. Это все временно. Не переживайте. Хорошо, Лен? Ну да, что-то открытый глаз, один закрыт, один открыт. Ну, это фильтрация. Раствора много. Хорошо. Так, все, мы сейчас умываем Лену. Видите, вот здесь инфильтрация, здесь очень много раствора. В этих местах будут такие втяжения небольшие. И здесь немножко рубчик будет выходить из складки века, он потом постепенно опустится. Это при бропексии такие бывают моменты в этом месте и в этом, да, такой защип. Вот такой защип как бы будет и небольшое приподнятие рубца. Все, обрабатываем раствором. Угу. Место анестезии у нас. Мы делаем под место анестезии. Ну что, девочки, понравилась операция? Кожу на шее так удалить не получится, потому что здесь надо делать, если у вас избытки ткани на шее, пацизмопластика, подтяжка зоны. У мужчины на члене лишняя кожа свисает, ее можно так удалить? Нет, не получится. Почему? Ну, потому что. Очень полезный эфир. Все. Спасибо. Девочки, пишите. До скорых встреч. До скорых встреч. У нас все круто. Ура. Открывай глаза. Ну что? Ура. Ура, ура, ура. Свет здесь светит. Все мешает. Давай, я тебе вот так вот. Ниточки сейчас удалим, все будет хорошо. Все, я выключила. Выключаю. Лен, надо будет купить. Все, выключаю? Да. Чего?